Праздник начался с парада Дедов Морозов, который проследовал от площади Победы и закончился на площади Ленина танцевальным флешмобом. С большой сцены жители и гостей города приветствовали первые лица региона. Дорогие друзья, сегодня мы первыми в мире начинаем встречать Новый год. Мы открываем проект «Новогодняя столица России» в нашей любимой Рязани. Я желаю вам всем за этот месяц, который мы будем встречать Новый год, набраться сил, здоровья. Я желаю вам в новом году исполнения всех желаний, тепла вам, добра, здоровья, любви. С наступающим Новым годом, рязанцы! Рязанцы первые в стране почувствовали новогоднее настроение. Многие горожане и гости города пришли с детьми. Они хлопали в ладоши, танцевали вместе с Дедами Морозами и радовались празднику. Посмотрите, как преобразилась наша Рязань, какой она стала красивой. Но мы еще не закончили украшать город. Каждую неделю будут появляться новые волшебные уголки нашей Рязани. Дорогие друзья, нам очень повезло с красивой датой. Мы становимся новогодней столицей России в 2020 год. Пусть эта магия цифр войдет счастьем в каждую рязанскую семью. На главной сцене рязанцев и гостей новогодней столицы с праздничным концертом встретили сказочные персонажи, символы наступающего Нового года. Авдотья Рязаночка, Забава Путятишна, Евпатий Коловрат и рязанский Косопуз. Сюрпризом на празднике стало пиротехническое лазерное шоу. Спасибо нашим дорогим жителям за ту атмосферу, которую вы создаете. Пусть эти дни будут волшебными. Пусть Богу будет счастья, доброты и, самое главное, спокойствие, прекрасного настроения. С праздником наступающим, дорогие рязанцы, дорогие наши гости! На торжество приехал главный российский Дед Мороз из Великого Устюга. Он поздравил рязанцев и гостей города с праздником. Для всех собравшихся был организован праздничный концерт. Шествие понравилось, да, все понравилось. Деда Морозов много, очень даже интересно. Нам праздник очень нравится, веселый, хороший. Танцуем, поем. Ждем Нового года, снега. Желаем всем-всем хорошей погоды, хорошего настроения. Друзья мои, всем, как настоящий рязанский Дед Мороз, желаю хорошего настроения. Почаще улыбайтесь и покрепче обнимайтесь. Ну и встретимся в рязанском лесопарке. Наш настоящий Дед Мороз живет там. Олеся Котровская, Григ Лотов, телекомпания «Город».